23 июня в городском парке города Слонима в рамках празднования Дня молодежи пройдет фестиваль молодежных субкультур «Территория драйва». Слушай, а мы поспорили с Хамелеон на миллион. Кто из нас выпустит первым альбом, я или он? Это тебе не пустой разговор, а БНЛО. И если взялся что-то делать, делай, следи за метлой. Этот спор нам обоим дорог, как за Джей Ло. Будет тяжело, все равно, что с этим лично живет. Приходите поболеть, живет, послушать, поглазеть, да и просто хорошо отдохнуть вместе с молодежными музыкальными коллективами. Зрителям тоже не придется скучать. Они смогут поучаствовать в конкурсах спортивно-развлекательного характера. Также в программе мероприятия «Забег на шпильках», дискотечная молодежная тематическая программа и многое-многое другое. Самая неформальная молодежная атмосфера будет только в этот день в городе Слонине. Мы ждем вас у нас в гостях. 23 июня в городском парке города Слонима «Территория драйва».